С Якутска начинается федеральный стартап-тур по регионам в поисках инвест-привлекательных и перспективных инновационных проектов. Пытливые умы, ищущие воплощение своих идей, в конце января встретятся на региональном отборочном этапе на большом конкурсе, а пока идет так называемый питчинг разработок стартап-команд. На подготовительной сессии побывал наш корреспондент Иван Подойницын. Инициаторы престижного федерального конкурса технологических проектов – фонд «Сколково» и российская венчурная компания. Предваряя региональное звено, кураторы стартап-тура проводят образовательную программу в 14 городах-участниках. Сегодня в технопарке будущие конкурсанты представляют свои презентации экспертной комиссии. Проектов в этом году набралось 40 штук. Мой проект называется «Использование мобильных телекоммуникационных устройств в системах контроля и управления доступом». Мы позволяем открывать двери с помощью мобильных телефонов. В этом году список участников также пополнил соседний субъект. Юный новатор из чукотского филиала СФУ успешно прошел отборочный этап и приехал на подготовительную региональную сессию. Мы приехали командой. Мы подавали на регистрацию три проекта. Один из них отборочный конкурс прошел. Это проект Виталия Манякина. Вот. А остальные трое проекты подавали. Эти проекты не прошли отбор, но они первокурсники. И мы приехали учиться. Проект называется View Airlines. Ну, так обозвали. И суть его создания большого беспилотного летательного грузового аппарата, который сможет, ну, килограмм 300-400 перевозить. В рамках консалтинговой программы проходят интенсивы, направленные на правильность позиционирования своей презентации, исходя из критериев инвестиционной привлекательности. Экспертную оценку и профессиональные консультации проводят опытные бизнес-тренеры. Мы их прослушаем, дадим обратную связь, даем определенную вводную важную информацию по структуризации инвестиционной презентации на международном уровне, структуризации контента, выделение в контенте самых основных ценностных элементов, которые представляют ценность для инвестиционного сообщества. Сейчас участники получат методологическую поддержку, но помимо этого есть также большая программа содействия проектам на различных этапах реализации. Ну а в завершении образовательного этапа слушатели получат сертификат о прохождении инвестиционных тренингов по международному формату, действительному в мировой инвестиционной практике. Иван Подойницын, Владимир Таюрский, МВК Саха, Якутск.